Петроградском районе найдены надгробия первых строителей Петербурга. Находку обнаружили на пустыре Сытнинской улицы. Впервые могильные плиты здесь были обнаружены еще 3 года назад. Но, по словам нынешнего арендодателя, тогда они не заинтересовали ни историков, ни археологов. Напомним, строительство здесь началось в 2012-м. Спустя 2 года во время строительных работ здесь были обнаружены захоронения начала 18 века. Считается, что это первые строители Петербурга. Тогда же депутаты законодательного собрания включили участок, на котором до Великой Отечественной войны стояла лютеранская церковь, в зеленую зону и запретили строительство. Осенью 2016-го все котлованы на Сытнинской засыпали, а строительный забор убрали. Сегодня большая часть надгробия демонтирована и находится на хранении у арендатора.